И к спортивным новостям. Одну золотую и три бронзовые медали привезли дагестанские боксеры из Ростова-на-Дону. Там завершился чемпионат России по боксу. 286 мастеров кожаной перчатки из 52 регионов определили обладателей 10 комплектов наград. За ходом финальных поединков наблюдал Дан Шугун. Единственную медаль высшей пробы команде Дагестана и сборной Северокавказского федерального округа принес чемпион Европы 2013 года Раджаб Бутаев. В финальном поединке за первое место в весовой категории до 69 килограммов воспитанник Ахмеда Жанаева из спортшколы Олимпийского резерва имени Шамиля Умаханова взял верх над первым номером сборной России, над призером Олимпийских игр Андреем Замковым. Впечатление по чемпионату России очень хорошие, конечно, на высоком уровне провели организаторы от Ростова, Ростовская область, губернаторы, все подключились. Мы рады, что мы победили здесь. Это большой успех для нас. Было, в общем, три сбора тяжелых, очень тяжелых. Готовились под соперников, примерно знали, кто будет по финале. Дальше будем готовиться еще серьезнее, упорнее, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, что на Олимпийских играх должен Россию представлять именно я. В самом престижном весе свыше 91 килограмма лишь бронзу завоевал Магомед Омаров, чемпион Европы прошлого года. А победителем в этой весовой категории стал другой дагестанец, чемпион России прошлого года Гасан Гиббатов. Но его победа пошла в зачет командам Ростовской и Волгоградской областей. Конечно, мы хотим больше медалей, конечно, мы хотим больше золота, больше. Но у нас есть один чемпион, уже 69 килограмм, который представляет Дагестан и Ростовскую область. И у нас большие надежды на супердержа нашего Гиббатова. Он должен тоже примерить на себя золотую медаль. И будем считать, что чемпионат удался. Награды бронзового достоинства свой актив могут занести Абдулхаким Батыров и Садам Магомедов. Им удалось замкнуть тройку призеров в категориях до 56 и до 91 килограммов. По оценке тренеров, сборная Дагестана была одной из самых представительных команд. По итогам различных отборочных турниров она смогла выставить более 20 боксеров. В общекомандном зачете ей удалось занять третье место. Дан Шугом, Руслан Гаджиев, Рамазан Омаров. Время новостей. Ростов-на-Дону.